При помощи священнослужителей Троицкого храма и прихожан поселка Измайлова в 2015 году был открыт центр Тихвинской иконы Божьей Матери, основной деятельностью которого стала помощь женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Мы оказываем им всяческую помощь, это и восстанавливаем документы, на пособие устанавливаем, детишек оформляем в сады, если есть такая возможность. Мамы обучаются профессиям, чтобы могли выйти как-то они на работу и себя уже содержать. Помогаем установить связи с родственниками. Кризисный центр «Колосок» уже второй год подряд принимает участие в премии губернатора. И оба раза проект удостаивался внимания. В этом году он стал обладателем специального приза. Премиальные деньги для центра оказались весьма кстати. Их решили потратить на ремонт здания. Больше всего вот я бы, конечно, хотела контактировать с государственными учреждениями в силу того, чтобы женщины могли получить какую-то работу и плюс еще жилье. У них же нет ни у кого жилья. А вот без этого даже они от нас выходят. Ну, как правило, все зарплаты у них небольшие, и поэтому снимать квартиру – это очень сложно. А социального жилья, к сожалению, нет. Центр собственными силами создает все необходимые условия для проживания женщин с детьми, обеспечивает поддержку, помогает семьям строить их дальнейший жизненный путь, а также оказывает психологическую помощь. Духовно окормляем, о Боге стараемся рассказывать, стараемся сделать так, чтобы они причащались. Также в центре находится библиотека, на территории которой проходят уроки для мам с детьми. Вот. И мы стараемся делать так, чтобы люди остались в церкви, чтобы остались люди религиозными. За 3 года существования центра «Колосок» более 30 семей получили всестороннюю помощь. Уже совсем скоро в нем завершится ремонт, и он снова будет открыт для всех женщин, нуждающихся в помощи. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Сергей Ларин, Видное ТВ.